праздник отмечается широко, традиционно. И форумы проходили, и народу много. Поэтому хотелось, чтобы также на высоком уровне прошел. А людям, проживающим в республике и в городе Чебоксарах, пожелать успехов, благополучия. Народ хороший, трудолюбивый. Мы это знаем. Мне много раз пришлось участвовать в праздновании Дня Республики. Я приезжал, хотел поздравить с праздником, чтобы настроение было, оптимизма. Я уверен, что у такого народа все будет хорошо.